Вика, раньше видели что-то подобное? Потому что я на самом деле ни разу не видел, хоть и работа у меня была всегда странная. Стойте здесь, пожалуйста, никуда не уходите, а лучше вообще спрячьтесь в машину. Сядьте куда-то, а лучше вообще обернитесь, пожалуйста, не смотрите на это. Я очень сильно сомневаюсь в том, что они дружелюбно настроены. То, что они будут идти со мной на контакт. Поэтому, мне кажется, сразу нужно агрессивно на них напасть. Вика, ну я ж попросил, уйдите, пожалуйста, отсюда, ну нельзя вам на такое смотреть. Иди сюда, один, второй, слепушка какая-то... Что это за фигня-то такая? Вика, я же вас попросил, уйдите отсюда, вам нельзя на такое смотреть. Что это за фигня, извините, конечно. Ладно, база, ответьте, пожалуйста, база. Связи вообще никакой нет, рация не ловит, нифига не слышно. База, ответьте, пожалуйста, здесь экстренная ситуация, база. Ладно, давайте за мной, только держитесь сзади меня, сзади моей спины, пожалуйста, никуда не отходите. Там человек какой-то на земле валяется. Давай, быстро, быстро за мной. Вы как, нормально здесь? Живы, вроде шевелится. Помогите, кашляет. База, ответьте, пожалуйста, экстренная ситуация. Вызовите в поселок, который находится за нашим городом. Вызовите скорую помощь, вызовите дополнительный отряд полиции, милиции, спецназ. Вызовите всех, кого только можно. Такого я еще никогда не видел. Вы понимаете, здесь на город вертолет упал. Здесь все заложено динамитом. Это он. Это... Я не знаю. База, есть какие-то неопознанные существа. Я не знаю, кто это, но они выглядят не как человек. Вика, не смотрите, пожалуйста, на это. Вы сейчас насмотритесь вот это все эти дни, потом до конца жизни кошмары будут сниться. Что это вообще такое? Что это за пушки? Это 100% не пули вылетают. Это какие-то пламенные лазерные лучи. Ладно. Мне нужно разобраться с этим. Вика, я сейчас заберусь на вот это высокое здание. Вот на эту башню. А вы, пожалуйста, спрячьтесь. Вот сейчас, честно, вот... Спрячьтесь, пожалуйста, залезьте в вертолет. Вот сейчас уйдите, я вас очень сильно прошу. То, что сейчас произойдет, вам лучше не видеть. Я пойду дальше вглубь города, а вы сидите там, вы звоните, пожалуйста, в полицию, куда только можно, и зовите помощи. Вот, пожалуйста, и не следуйте за мной! Я вас просто умоляю, не следуйте за мной. Бегите! Бегите, быстро! А я останусь сам и переоденусь в костюм. Так, мне нужно реально забраться туда, на самое высокое здание, и рассмотреть всю обстановку, что же здесь происходит в этом городе, потому что Тони Старк вряд ли стал бы мне врать, и Тони Старк вряд ли бы стал мне преувеличивать то, что здесь что-то глобальное. Тем более он уехал в соседний город, а в соседнем городе, мне кажется, такая же фигня происходит. Поэтому пришло время. Да, костюм, конечно, с Алиэкспресса очумительный. И мне реально сейчас с одним глазом ходить? Так меня ж просто все спалят, кем я являюсь на самом деле. Ладно, без разницы, не до этого сейчас. Если бы я еще, конечно, что-то видел в этом. Я сначала заберусь на вот это здание, а потом вот туда наверх. Опа! Так, хорошо, сейчас сразу... Мне всегда в жизни нравилось именно вот оружие. Я не приспособлен к тому, чтобы летать, чтобы стрелять вот этой паутиной. Дайте мне, пожалуйста, калаш в руки, и с этим калашом я любую войну выиграю. Какие паутины, какие... Нет, с этим нужно будет что-то делать. Оп! Может, мне просто крылья какие-то сделать, может, мне стать каким-то другим супергероем. Я не знаю, вот это... Я не чувствую, что это для меня... Да я и забыл действительно, что происходило за последнее все это время. Только я получил суперспособность, я стал каким-то клоуном самим для себя. Я начал творить какую-то фигню. Я забыл то, что мое призвание это спасать людей, а не веселиться каждый день и стрелять паутиной туда-сюда, налево и просто радоваться тому, что у меня есть сверхспособность какая-то.
Что вот это такое? Что это за лазер? И почему он так высоко в небо уходит? Ладно, нужно рассмотреть территорию. Мое зрение меня никогда не подводило. Там какая-то женщина. Там женщина, там танки! Нужно женщину эту спасти, поэтому... Ее 100% нужно отвезти куда-то домой. Ладно, сейчас я быстренько спущусь вот сюда. Ты валяйся, валяйся здесь и даже не думай подниматься. Хотя вряд ли ты когда-то в этой жизни уже сможешь. Кричит! Сейчас! Ой, а я даже не подумал, то, что здесь засада. Ладно, у меня другого выбора нет. Женщину нужно спасти 100%. И это вот те же самые, только у них сейчас есть копья и у них есть щиты. Ладно. Вы! Давайте по одному, что ли! Давай! Минус один! Сейчас я вас спасу, подождите! Еще один! А этого... И вот этого! Последний! У вас еще и сын здесь. Убегайте отсюда как можно скорее. Не смотрите на меня, пожалуйста, не смотрите в мой левый глаз. Убегайте как можно скорее отсюда. Убегайте! Берите сына и убегайте отсюда. Да сохранит вас Бог, пожалуйста, помогите. Мы сбежали из горящего дома. Там еще кто-то остался? В доме еще кто-то остался? Быстро! Помогите, там моя дочь. Там, в этом окне, да? Тогда вы стойте здесь, охраняйте своего шкета вот этого мелкого. Если кто-то приблизится к вам, сразу орите во всю глотку. Примерно вот так. Ну что-то в этом роде, хорошо, сразу орите. Я даю слово, то, что я ее вытащу. Подождите, пожалуйста, не плачьте, пожалуйста. Следите лучше за вашим сыном. Там еще кто-то! Да что же мне не сказали, что здесь еще кто-то есть? Здесь все горит. Я надеюсь, что она еще жива. Это в окно вытаскивай! Этот сам сгорел! Девочка! Она, наверное, вот в этой комнате. Я сейчас проберусь! Девочка! Это все они сделали? Куда я смотрел? Почему я был сосредоточен на своих проблемах, когда в соседних городах происходит вот подобное? Я не могу на это смотреть, я не буду больше туда заходить. А как мне сказать ее матери? Что ж я за человек-то такой? Почему? Это же мое призвание. Какая чертовая бабушки полицейская служба? Она не выжила. Извините, пожалуйста, я уже пришел, она уже была мертва. Я ничего не мог сделать. Извините меня, пожалуйста, я. Да куда вы? Куда вы? Куда? Остановитесь! Вы сына своего забыли! Беги за мамой, дебила, кусок. Беги за мамой, она куда-то в лес убежала. И ты ничего не видел. Беги за мамой, дебил! База, ответьте, ради всего святого, ответьте, пожалуйста. Прием! Вызовите психолога, я не знаю, вызовите... Да, НАСА вызовите, вызовите ОМОН, М6, там, гвардию из... Германии, Лондон, надо всю планету вызывайте, делайте что хотите. Здесь кобздец происходит. База! Кто это еще орет? Кто? Мелкий? Беги в лес, беги в лес. Кто? Что это за хрень? Кто? Да спасет меня Господь. Так, почему я лазером не пользуюсь? Что это за фигня-то такая? Ты кто?
С ума сойти можно! Хорошо, что он медленный, он ко мне приблизиться даже не может! Да! Сюда, сюда, давай, 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 давай! Беги за мной, беги за мной, беги за мной, пока моя паутина тебя будет бить, я ни черта не вижу в этой маске! Чертовый этот костюм с Алиэкспресса! Машину сломал! Ба! Да сколько тебе еще бить-то нужно? Я его сейчас сюда заманю. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, тебе нужно поджечь. Иди сюда! Давай, 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 давай! Быстро сюда, быстро сюда! Мне нужно его как-то отдурить. Посмотри. Какой умный. Он все огни вот это, огонь оббегал. Я не знаю. Черт меня побери, я не знаю, что происходит в этом городе, я не знаю, что происходит на этой планете, я не знаю, кто это такой, но моя задача сейчас не раскисать, а моя задача довести дело до конца, вернуться к Тони Старку и просто выяснить, что это за дурдом здесь происходит. Луч! 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 Там точно еще кто-то будет. Да, раз, два, три, четыре, пять. Нужно пробраться к лучу, перебить их всех и выяснить, что же это за фигня. И попросить Катю сшить новый костюм, потому что вот это не дело. Сейчас далеко я начну стрелять с лазера, чтобы нанести им какой-то хотя бы минимальный урон. Потом приближусь к ним и начну стрелять в них паутиной. Ладно. Ты справишься, ты справишься! Раз, два... Три! Ааа, иди ты сюда! Иди ты сюда, давай, давай, по одному! Хотя, какому по одному? Вы же марсиане какие-то непонятные! Минус один, минус один, минус второй! Сейчас обегу немножко! Один, 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 одного зацепил, второго зацепил! Отдать! Прижали, 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 прижали! Одного убил! Второго убил, третьего убил! Это, походу, были последние. А нет, вот еще! А ты там что заныкался? Давай быстренько сюда! Не, не будешь со своими братьями сражаться, значит, я с тобой последним разберусь! А! По самые гланды тебе настучу, прям не хочу! А это еще что такое? И этот камень я видел. Я видел этот камень. Где я его видел? С самого начала. С первого дня. В лаборатории Тони Старка. Что это за лазер такой? За камень. Я что-то чувствую. Что? Господи. Что? Я не могу дышать просто. Perfect.